входе в общество, там где источник поста, копируем ссылку, нажав на дату Ctrl-C, открываем новое окно, копируем туда ссылку, забираем текст Ctrl-C, сохраняем себе картинку, сохранить картинку как, сохранили, идем туда, где хотим это опубликовать, например, на стене. Ctrl-V, это превьюшка ссылки, но помимо нее ВКонтакте бывает еще сама картинка. Вот наша картинка. Забираем отсюда, значит, источник ссылки. И ВКонтакте, только ВКонтакте можно указать источник. Собственно, что мы и делаем. Вот. Ну вот, пожалуй, поставлю на вечер. Вот, 18.00, пусть будет 19.00, все, в очередь. Вот, полный цикл. Мне, например, ВКонтакте иногда с первого раза не отправляет сообщение. Я нажимаю F5, со второго раза всегда. Я пока не могу понять, с каким кэшем или чем это связано. Но это не смертельно. Даже если ссылка слетела, я заново после нее нажму пробел. Она будет снова воспринята как ссылка. Угу. И со второго раза беру лишний пробел. Со второго раза мне проходит уже всегда. Вот, все. Очередь. Ну вот. Это полный цикл. То есть вот здесь указан источник. Общество ревнителей санскрита. Именно так и прошу. То есть не просто репост, а пост с указанием источника. Спасибо.